Всем привет, с вами Миха Dark Dragon, и сегодня мы будем проходить игру под названием SCP-432. По-моему, это дед. Я, если честно, не вдавался в подробности, но давайте начнем. Плей. Ой. Ой. Почувствительность гигантская. Что это? Блять! Какого... хрена, спрашивается. Видели, он через стену прошел. Но это не точно, это точно не дед. Бежим, 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 куда глаза глядят. Что за черт вообще? Что мне делать? Вашу маму. Темно-то как? Какая-то тьма сгущается. О, трубы какие-то. Газ, газ. Как его выключить? Блин. Блять! Сука, что ж меня так пугаешь-то? Ой. Чё-то какой-то странный, если честно, SCP-шник. Ну давайте еще раз попробуем. Он вылазит из ниоткуда. О, лампочка. И что? Тут тупик. Так, если слышим шаги, сразу убегаем. Еще вижу лампочку. Это что? Ой, это что такое? Не понял. Мы как будто какое-то наркотическое средство вкольнули. И? Чё происходит? Я теперь вообще нифига не вижу. Что я сделал вообще? Зашибись. Давай, давай. Я не знаю, куда идти мне. Тут еще колбасит, я не знаю, по-жесткому просто. Тупик. Зашибись, меня же во второй игре так колбасит. После пиццы еще. Слушай его. Тихо, 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 тихо. Спокойно, ящерица, спокойно. Не ешь меня, я... Бля, вон он! Ой, ой, я вижу его, я видел его через сквозь стену. Бежим, 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 тут тупик везде. Куда идти? Куда идти? Он урод, он вообще... О, господи, я не знаю, куда я иду вообще. По-моему, я вообще куда-то назад иду. Что происходит? Почему меня так колбасит вообще? Твою налево. Ой, да ну нафиг эту игру. Спасибо всем, с вами был Тёмный Дракон. Так, сегодня был такой короткий инди-хоррор SCP-432. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.